Кошечка говорит мяу. Мой папа говорит. Я хочу пиццу. Смотря, 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 страсть происходит. Да. Спасибо. Я сегодня Чакыр Шпателев. Да. Я сегодня без трусиков, да. Это типа, знаешь как, это типа я на еноте еду, то есть, ну, переезжаю. Боже, какой бред, нахуй, это что надо курить, блядь, чтоб это сделать, боже. Значит, смотри, смотри. Ну, это все, это тоже пацан, ну, сразу бан-бан, сразу очистку, глобализацию делают, то есть глобальную очистку. Ну, полная демилитаризация школьного тела и денификация, и девальвация, значит, плюс эмбарго всем, кто издевается, пожалуйста. Да. Так, идем по Некселю, сука. Опять тоже бан пацану, сука. Да, тоже бан. Тоже туда же, это типа, ну, картина, показывающая якобы я какой-то там, знаешь, типа подкаблучник там, типа, знаешь как. Не то чтобы, знаешь, именно, а именно знаешь, что он имеет в виду этим фото. Он, типа, он хочет сказать, что типа я, типа, знаешь как. Я тебе сейчас скажу. Он хочет, знаешь как сказать. Он хочет, типа, меня выставить каблуком. То есть, ну, реально. То есть, он думает, что я какой-то подкаблучник, блядь. То есть, ну, да, человек настолько дурак, блядь, что такой бред, ну, про меня думает. Не слышу. Да. Не слышу. Да. Шо? Шо? Да. А насколько нужно быть гнидой, чел, чтобы там издеваться над другими людьми и при этом свою фото не ставить? Вообще, я считаю, если чел пишет что-то в комментах там или вообще ведет диалог с кем-то ВКонтакте, но при этом себя не обозначил, не поставил свое фото, я считаю его конченый. Сколько раз было, сука? Ха, девка типа. Сука, чел пишет, девка ВКонтакте, да? На аватарке там аниме. Женщина анимешная, красивая. Я повелся, ответил ей. И что в итоге? Что в итоге? Там чел сидел, 15-летний хуйло. Развел меня на секс виртуальный. А я потом узнал, что это пацан был. Спасибо за донатик тебе, солнышко. Спасибо тебе большое. А ничего, что там мне денежка? Че, блядь? Иди отсюда. Боже, какой бред. Это ж бред пол. Сука, блядь, сухач еще сзади, долбоеб. Боже, бля. Боже, бред. Это, сука, тоже бред плюс бан. Ой, боже, блядь, господи, что за чушь? Ас-у-ас-у-ас. Так, там фотки некрасивые, ас-у-ас. Да. Так, что здесь видим мы? Путин, Тиан. Значит, как бы это самое, ну, как бы, ну, а что? Ну, а что здесь такого? Да. Это тоже туда же, сука, в бан. Тоже, сука, бан, блядь. Бан. Ой, боже, какой брат, сука. Да, тоже бан, сука. Тоже банчик. Ты знаешь, чем худее мальчик, тем тупее мальчик. Есть пословица такая. Правильно. Да. Да, это тот же самый. Это тот же самый. Я его уже все, я его забанил. Бан, сука. Бан, блядь. А вот это вот сделать мог только человек, который по жизни дебил, блядь. То есть, реально, блядь. Вот это умный человек, вот этой бы хуйней бы не занимался. Я помню, я когда-то работал фотографом, да, свадебным. Ну, долбоебом был.
Вот. И, значит, первым уроком у меня было, я в школу фотографов входил, да, в молодости. Это, ну как молодость? Ну, молодость для вас, а для меня тогда уже была не молодость. Вот, потому что мне 54 сейчас. Вот. И первым занятием у нас было работы в программе фоторедакторе. Это как раз-таки, чтобы, ну, разукрашивать фотографии старые. То есть, ну, люди приносят фотки старые, черно-белые. Мы их сканировали, загоняли в программу и там уже раскрашивали. И это первым занятием было. Вот, видимо, школьник тоже научился, да, цветность добавлять на фото и решил, типа, чел, ну, воспользоваться этим знанием своим школьным, вот, и примените сюда его. Ну, долбоеб сразу, бля, лох. Это, сука, уже, ну, личное оскорбление личного характера, бля. Чему я тебя блокирую во всех источниках интернетных за это? Чему, бред? Да, это полный бред. Это знаешь, как называется? Когда, ну, это лжеинформация, клевета. Поэтому это бан. Помню, сука, у меня дырчик был, да, значит, ежак Юпитер пятый, двухкотловый. Я в каждый котел засовывал этот, поджигал, засовывал бамбук, нахуй. Ой, камыш точнее. И камыш ебаный дымился, а я, блядь, по деревне ехал, телок пугал. Да. Тоже туда же, сука, в парашник. Да. Боже, какой бред. Братик, не надо. А кто? Миша, все, давай. Тоже бан, мешок. Да. Тоже в бан, сука, цокольщик. 346. Скажи, ты дедушка Рома Медведева из 9 ай, ты недоволен, что он оставит двойки по сочинениям? Школьникам я не звоню. А знаешь как? Знаешь почему? Потому что школьник... А позвони мне на училке! Ням-ням-ням-ням-ням-ням. И пусть ням-ням-ням-ням-ням. Моему однокласснику ням-ням-ням-ням. Бля, сука. Анальное безумие. Боже. Ебать, как слово «валакса» сочетается со словом «милка»? Боже, какой чушь, бред. Нахуй вы, сука, это делаете, придурки? Нахуя мою фотку так терзать? Я не понимаю, бля. Чё за бред, сука? Да. Тоже бан, сука. Сколько тебе лет, парень? Сколько? 12, 13, сколько? Ну просто вот сиди, да, вот ты сейчас сидишь за компьютером и просто подумай вот так вот, покопайся у себя в голове и представь человека, который сидит и делает вот это. Ну представь, просто что у него в голове и что им движет, чтобы сделать подобное фото. Что? Это же бред. Это тоже туда же, суку. Да. Ну, если ты считаешь меня ослом, обоснуй по фактам, разъеби деда. По фактам можешь дать? По фактам, прадеда, скажи, почему я осел? То есть, по-твоему, каждый человек, у которого есть мотоблок, осел? Да, ты так хочешь сказать, чмо? Или что? Просто в блок, да. Любой я... Ну, если пены нет... Сделает для него прощальную гадзу. А нет, не, гадзы тоже нету. Гадзе, пена забрал с собой гадзу, да. Гадзе это когда пена злится, да. Гадзе тогда, когда я пене прижимаю яйца. И тогда появляется гадзе. Соответственно, нет пены, нет гадзе, все. Да. Это в Самаре, наверное, да? В Самаре ты такое видел. Самара? Это в Самаре, точно. Да, это в Самаре как раз, это, я узнал, Московское шоссе, да. В Самаре, да, сука? Все одно оскорбление сплошное. Я даже это не хочу смотреть, блядь. Это ж стопудово программа, да, какая-то есть в телефонах. Что туда фотку мою кидаешь, моего лица, и там на все, на рандомные всякие другие картинки, ну, мои глаза, там, нос цепляют, да? Как прога называется?
Как называется? Скиньте мне ВК, ВЛС. Я посмотрю, как ПРО называется. Но я не верю, что это может брать и делать человек сам руками, глаза туда наставлять. Это уже неприятно, честно сказать. Здесь нет позитива. Здесь фотка, она явно недобрая. Очень грустная какая-то, печальная. Но даже не из-за орешек этих, а именно, блядь, как нагнетает, сука, депрессию. Фотка депрессию нагнетает. Здесь уже позитив, да. Здесь я уже чувствую. Здесь уже прекрасно, да. Здесь уже есть, здесь уже я чувствую, что тепло стало, да. Надо себе на рабочий стол поставить, красиво, да. Причем это настоящая фотка. Это из моего фотоархива КГБшного. Это меня фоткали, да. Там истребитель летел, у него камера сзади, там где трос дросили. Его на раз и эту камеру сфоткал. Это настоящий, это даже не фотоэлемент, ну не поддельный, это сам настоящее фото, да. Это когда я еще был директором Жмых Airlines, да. Это, сука, туда же, бан, бля. Это называется диета, ну, точнее, диета тушеночная, да. Вот это я сегодня, смотря. О, смотря, это не я. Не, это точно не я, блин. Это волчок ебаный, это не я, блин. Да, это волк. Я не волк, я енот, блин. Ля, сука. Да.